Он искренне предан своей работе и не устает восхищаться красотой горящего металла. Миксеровой участок перелива чугуна кислородно-конвертерного цеха ММК Андрей Машков стал обладателем высокой награды – медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. О своем трудовом пути и о том, что помогает ему достигать высоких результатов, Андрей Матвеевич рассказал нашей съемочной группе. Миксеровой участок перелива чугуна Андрей Машков вспоминает. Впервые на комбинате он оказался еще подростком во время производственной практики. Комбинат тогда произвел на него неизгладимое впечатление. На Мартен, когда первый раз попал, так вообще там шок был какой-то. Блин, мне 15 лет пацану было. Когда нас привели, увидели сначала эти заливочные краны, завалочные машины, мульдовые составы ходят, там все гремит, шумит. Именно в тот момент будущий металлург уверился, он выбрал правильную профессию. Через 3 года, в 1983 году, он пришел на ММК уже в качестве специалиста. А если быть точнее, в качестве подручного сталевара на 2-й Мартен в 1-ю бригаду. В 1993 году получил назначение на должность миксерового в кислородно-конвертерном цехе. А вместе с ним ряд серьезных обязанностей. Мы принимаем чугун с доменного цеха в миксерах передвижных и переливаем его в ковши, выдаем в загрузочный пролет и в конвертер заливает чугун. Среди основных задач, которые стоят перед миксеровым, обеспечение бесперебойного снабжения работающих конвертеров жидким чугуном, организация его перелива. Также специалист следит за правильностью закрепления траверза экрана за цепь и ковша. Должен он контролировать и химсостав чугуна, осуществлять отбор проб для экспресс-анализа. Задание на смену для 12-часовых бригад. Сейчас 45 ковшей примерно. Мы делаем за 12-часовую смену. Ну и помимо того, десульфурация чугуна еще туда ставим ковши, обрабатываем, удаляем серу, скачиваем шлак и отправляем на конвертер, также заливка. К любому делу он подходит ответственно, поэтому руководители не раз доверяли ему исполнять обязанности мастера и бригадира. Сам Андрей Матвеевич залогом успеха считает умение работать в команде. Шутит с коллегами, они уже давно друг друга понимают с полуслова. Здесь столько с бригады, без бригады тут вообще никак, коллектив. Самое главное – коллектив. Все в коллективе делается. А коллектив вот какой у вас? У нас коллектив как семья. Все бригады друг с другом общаемся, с друг другом мы отдыхаем. Все грамотные, все уже в основном высшее образование у всех. Ну, вообще хорошие ребята. За 37 лет работы на комбинате Андрей Матвеевич не раз был удостоен знаков отличия. В начале декабря список наград пополнился еще одной. В Челябинске Андрею Машкову губернатор области Алексей Текслер вручил медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Награда почетная и вполне ожидаемая. Коллеги руководителя Андрея Машкова уверены, он как никто другой заслужил такого признания. Как о человеке очень хороший, положительный, трудолюбивый, отзывчивый. Всегда в трудную минуту поможет, днем и ночью, проверено. У кого не спроси, у всех скажут, что Андрей Матвеевич, ну, мужик слово, мужик дело. Ну, наверное, не зря такие грамоты дают и медали. Знаешь, что человек ответственный. Андрей Машков отмечает, секретов мастерства у него особых нет. Самое главное – любить свою работу. Сам он, например, несмотря на многолетний стаж, равнодушным к производственному процессу до сих пор оставаться не может. Нет в мире прекрасней красоты, чем красота горящего металла. Евгения Салхудинова, Александр Макаров, телекомпания ТВИН.